правоохранительными органами на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Исполнителями большей части указанных преступлений являлись члены украинских вооруженных формирований, а также лица, действовавшие по заданию спецслужб Украины или под влиянием антироссийской пропаганды, агрессивно распространяемой в интернет-пространстве. Не прекращались попытки сторонников международных террористических организаций сформировать из числа российских граждан и трудовых мигрантов стран Центрально-Азиатского региона законспирированные ячейки для совершения нападений на сотрудников правоохранительных органов и оказания ресурсной поддержки террористам за рубежом. В этом году пресечена деятельность 68 таких ячеек, большая часть из которых, как и прежде, действовала на Северном Кавказе. В результате слаженной работы правоохранительных органов значительно сокращено ресурсное обеспечение террористов. В рамках исполнения одобренных на заседаниях НАК межведомственных планов заблокированы активы около 3000 граждан, причастных к финансированию террористической деятельности на общую сумму свыше 94 миллионов рублей. Ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских. Пресечена деятельность 74 организованных преступных групп и выявлено порядка 2500 фактов незаконного оборота оружия. Руководители всех уровней обязаны лично участвовать в выработке и реализации мер по совершенствованию управленческой деятельности в сфере противодействия терроризму, осуществлять действенный контроль за ходом их выполнения, а также привлекать к ответственности должностных лиц, ненадлежащих исполняющих свои обязанности в указанной сфере.